селе Кунаев Шуйского района близится к завершению строительства Дома культуры. Ожидается, что возведение объекта, начатое летом прошлого года, завершится в августе. Общая стоимость проекта составляет 354 миллиона 603 тысячи тенге. Общая площадь здания Дома культуры составляет около 4,5 тысяч квадратных метров. Генеральным подрядчиком строительства объекта является ТО «Астана Энергомастер». Планируется, что Дом культуры сдадут в эксплуатацию в августе этого года. По программе «Билбес» началось возведение Дома культуры на 180 мест. Надеемся, что через месяц работа завершится. После завершения строительства в новый Дом культуры планируется трудоустроить местных жителей, что порадовало сельчан. Дом культуры строится, дороги делаются, освещение везде есть. То есть полный порядок у нас в поселке. Выражаем благодарность. В настоящее время в строительстве задействовано около 50 человек. Каждый из них является специалистом, хорошо знающим свое дело. 70% строителей – местные жители, остальные – из других районов. Безопасность работников находится под непосредственным контролем представителей компании. Валихан Талгатов, Жумахан Толеулы, Жамбыл Ньюс, Шуйский район.